Привет, ребят, с вами канал Ставка Нет, и сегодня я хотел бы дать прогноз на матч плей-офф НБА, который состоится 12 июня в 5 часов 30 минут по московскому времени, где схлестнется Денвер Наггетс и Феникс Санкс. Но перед началом данного видеоролика хотел бы попросить у вас прощения за столь долгое отсутствие, плюс сказать то, что именно в этом ролике запускается новая рубрика «Фарт». Быстренько об условиях. Что такое «Фарт»? Мы берем 200 рублей и начинаем с них лесенку. То есть мы будем ставить каждый выпуск по мере прохождения. То есть выиграли, ставим 400, там 400 выиграли, 800 там ставим и так далее. То есть мы будем идти до определенной суммы. В данном выпуске под первой частью я ставлю планку 5000 рублей. Если мы с 200 рублей доходим до 5000 рублей, то мы 2500 рублей разыгрываем между вами в нашем телеграм-канале. Ссылка на который будет в описании. Подписывайся и следи за уведомлениями. Ну а мы начинаем. Денвер Наггетс принимает у себя дома Феникс Санкс. Феникс Санкс фора минус 3,5 за коэффициент 2,2. Ставка на этот матч. И немного к аналитике. Фениксы ведут в серии 2-0. Я считаю то, что предыдущие игры закончились со счетом 122-105 в пользу Феникс и также 115-98, по-моему, также в пользу Феникс. Проблем особо создаться не должно у Сансов, потому что они примерно и оборону, и атаку Денвер знают, и они такие, это как Зенит Спартак, тоже как бы своеобразное дерби. Вообще в НБА плей-офф очень много своеобразных дерби. Но я считаю то, что на сегодняшнем матче в этой серии все закончится, и Сансы пройдут дальше без особого труда. Потому что Денвер сейчас не настолько в оптимальной форме, чтобы показывать какую-то лютую агрессивную игру против Фениксов. Поэтому я думаю, то, что минус 3,5 взять спокойно можно. Для менее рисковых игроков просто берем победу в матче и все. Ну а на этом все. С вами был канал Ставка Нет. Всем удачи, всем пока, и ролики будут выходить чаще.